Зеленський в своєму європейському турне підтверджено від Франції, Німеччини, що будуть підписані безпекові гарантії, такі, як ми вже бачили, з Великою Британією, і не тільки Мюнхенська безпекова конференція, а відома на весь світ, відкривається там. Близько 50 світових лідерів відвідують Захід. Що цікаво, видається мені, що Китай буде там представлений. Зокрема, вже й відомо, що в п'ятницю зустрінеться держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Китаю Ван І на полях Мюнхенської безпекової конференції. Як багато тут може бути України в їхньому обговоренні? Китай, який доволі неоднозначну свою позицію завжди займає в питаннях російсько-української війни, та й на загал, не те, щоб сильно дружив з Європою, так торгує, але не так то й дружить. Отут та цікавий момент, і що з цього ми можемо побачити. Ну, бо сама конференція, ми розуміємо, що більше буде вирішуватися в кулуарах, в тому готелі, де зустрічаються всі ці лідери, а так ми почуємо декларативні заяви, очевидно. Да, ну то есть известно уже, что Зеленский там выступит. Что касается, ну мы, понятное дело, что мы не там основная тема будем. В принципе, там будет вообще глобальное нарастание напряженности в разных регионах и на Ближнем Востоке. И война, естественно, России против Украины и Венесуэла, возможно. Ну, в общем, в общем и целом, как говорят. Но Украина будет одной из топовых тем. Тем более у Китая сейчас вдруг возникли неожиданные проблемы. Европейский Союз впервые за всю историю собирается ввести санкции против нескольких китайских компаний за помощь России. Чи не менше трех. Да, трех компаний. Орбан пока что блокирует эту инициативу, как всегда, да, вылез из табакерки. Но рано или поздно это случится. Что это значит глобально? То есть это значит, что в принципе для международного инвестора, который сотрудничает с Китаем, это сигнал, что завтра и другие китайские компании за помощь России могут попасть под санкции. Поэтому Китай сейчас упирается всеми возможными вообще способами, чтобы этого не случилось. Применил Орбана своего, включил. Вот. Ну, и для них это действительно проблема. Для Китая Россия становится все большей проблемой, если глобально смотреть. Да, у них растет товарооборот, но ввиду возможных гипотетических санкций от Европейского Союза, возможно, серьезное падение по сотрудничеству с тем самым Европейским Союзом. То есть будут говорить про многие вещи, будут, естественно, говорить про то, как необходимо наращивать производство вооружений. К сожалению, Путин запустил этот механизм гонки вооружений по всему миру. Мы видим, что Европа, не только Европа, и глобальный юг, и восток, все вооружаются, все закупают, все гоняются за новым оружием, все начали производить дроны, кто-то ускорил ядерные программы, к сожалению, это Северная Корея и Иран. Поэтому мир активно вооружается. Как говорится, если мир вооружается, значит, если ружье висит на стене, значит, оно когда-то выстрелит. Поэтому вот такие прогнозы, но в конструктивном смысле и Германия, и Франция, и Соединенные Штаты начинают наращивать производство вооружений, которые будут передаваться нам. И плюс Украина где-то в среднесрочной перспективе тоже обзаведется совместными заводами. Хорошо это или плохо, сказать сложно, но с таким соседом, как у нас, нужно быть постоянно готовым, полностью милитаризированным и гораздо более реактивным в плане дать России по зубам. А от від цих розмов, які, як, зокрема, говорить і Валерій Чалий, дипломат, колишній посол України в Сполучених Штатах Америки, який неодноразово бував на Мюнхенській конференції, каже, що там всі збираються в одному готелі, і саме в тому готелі, отак по ночах, там за чаєм, фігурально говорячи, відбуваються ось такі переговори, які і мають значення після такої Мюнхенської безпекової конференції, бо на самих полях конференції, на тих, ну, фактично, це ж там не вирішується, якісь питання не підписуються, мегаважливі стратегічні документи, але там можна поговорити і про щось домовитися. А про що і з ким ми там, як ви думаєте, можемо так добре поговорити за нічною чашкою чаю? А може, не тільки чаю?
Ну, во-первых, да, вы правы. То есть там в основном какие-то такие полуполитические заявления в плане куда глобальная безопасность, какая-нибудь панель там, да-да-да, мы все понимаем. Ну, то есть никто не говорит прямо. Вот сидит агрессор, упырь. Да. Да, вот там сидит упырь. И он завтра может воевать с кем угодно, из своих соседей или, например, еще дальше. У него там межконтинентальные, баллистические, какие хочешь есть. Там есть еще несколько упырят, поэтому они все, значит, в одной песочнице своей черной сидят и всем портят жизнь. Поэтому давайте объединимся, давайте соберем, во-первых, оружие, которое можем передать Украине там по схеме «Мы стране новая, страна Украине старая», то есть пока так. И давайте, значит, подумаем, какие мощности, какие производства, кто как. Там куча, значит, крутится всяких представителей частных компаний оружейных, а я вам хочу сказать, что и мощности как раз частных оружейных компаний в том числе нас интересуют. Понятно, что и политика государства, например, где эта частная компания работает, может быть разная, но, по крайней мере, я вам точно скажу, я встречался несколько месяцев назад с представителями одной европейской страны, которые Украине предлагали интереснейшую схему покупки необходимых нам вооружений. То есть они как бы на себя, а потом сюда. Все вопросы юридические они брали на себя. То есть вот там много таких, в том числе и представители частных компаний. Ну да, вы правы, там в отельчике потом будут решаться вопросы. С кем можем поговорить? Ну, в принципе, чтобы с кем-то поговорить, нам не обязательно ехать на Мюнхенскую конференцию, именно предметно. Угу. То есть к нам и так сюда часто приезжают те, с кем можно сесть и детально пообщаться. Добре. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. Ось так говорить президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, тому що голосування за допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки знову переноситься. Палата представників дуже втомилася, очевидно, попрацювала півтора місяці і пішла на перерву. До роботи законодавці повернуться 28 лютого. Кажуть, да, дуже погано, що нема в Україні боєприпасів, так би ситуація в Авдіївці, в тій самій, де пекло просто для наших бійців була б іншою. Все це кажуть, все це каже Білий Дім, Джонсон, Трамп і ця компашка діють по-своєму. The Economist і YouGov презентують нам результати опитування. 25% американців виступають за посилення допомоги Україні. 30% вважають, що її слід зменшити. Серед виборців Трампа і компашки скорочення допомоги підтримують 53%. Попрацював він уже над ними. А загалом серед республіканців 45%. 28% опитаних підтримують збереження теперішнього рівня допомоги. Ще 17% не впевнені. Також в опитуванні з'явилося питання, наскільки важливо, щоб Конгрес підтримав допомогу Україні. 26% вважають, що це дуже важливо. Республіканців 14%, 27% трохи важливо, республіканців 26%. Про що нам говорять ось ці цифри і на загал ця перерва в роботі Палати представників Конгресу США? Ну, вообще цифры желательно смотреть в динамике. То есть, грубо говоря, если у нас были данные месяц назад или полгода назад, вот как, и мы сравнили бы с этими, падает количество людей, или пока, ну, ничего нельзя сказать, пока ты не видишь динамику, растет поддержка или падает. Но то, что у нас недоработка в плане информационном и коммуникационном на рядового американского пользователя, это факт. У нас достаточное количество есть англоязычных спикеров. У нас, ну, просто их нужно пускать туда, отпустить, дать им говорить там. У нас достаточное количество депутатов, которые могут, там, и групп дружбы, и межпарламентских, каких угодно, которые, ну, вот я все время привожу в пример этот десант, да, который был, большой десант депутатский в Соединенных Штатах. А по факту, ну, вот я кроме фотографий, мы тут, значит, вот в Нью-Йорке были, или в Вашингтоне мы тут походили рядом с Белым домом. Вот. Ну, где результаты-то? То есть нужно сейчас, нужно просто днем и ночью звонить. Ну, понятно, что ночью нужно из-за разницы во времени с Соединенными Штатами. Звонить туда, у кого обрабатывать всех республиканцев. Понятно. Вот вы сейчас сказали, Ирина, что палата представителей на каникулы. Да. Они мало того, что на каникулы уходят, они когда возвращаются, там в графике
работы Конгресса рассмотрение бюджета. У них там опять кризисные моменты, то есть они прекрасно. В первую очередь бюджеты, и там через неделю только, возможно, про нас вспомнят. Это будет там первая неделя марта. Ого. Представляете, да? Ні, то есть... вже тяжко уявляю я собі це. Ну так, в принципі, вже скоро 5 листопада, так і до своїх виборів дотягнуть. А куди да, дотягнемо ми за цей час, питання, звісно, відкрите. Причем, что интересно, республиканцы обвиняют демократов, Джонсон там говорит, давайте границу сначала, хотя раньше так не говорил, а демократы обвиняют республиканцев. Байден говорит, это на вашей совести. Хотя и у тех есть вполне очевидный инструментарий, как эту помощь провести. А, до речі, інструментарій є. По-перше, говорять, що Байден може скористатися своїм президентським правом, прецедентом і дати, зробити так, щоб достатньо було і голосування в Сенаті, закріпити це і надати нам допомогу. Також Форбс пише про те, що має він повноваження навіть завтра надіслати Україні мільйони снарядів, тому що є такі чинні закони в Штатах, які передбачають передачу так званих надлишкових оборонних товарів загальною вартістю 500 мільйонів доларів на рік, що їх можна оцінити товару нуль, дарувати, продавати будь-яке наявне озброєння. А чого Байден не може якось дійсно скористатися? Він же зараз сидить ще в кріслі в Білому домі. Він же ж. Ну якось ж можна діяти. Чи може йому це теж якимось чином ці дискусії передвиборчі баталії вигідні? От це дуже цікавий матеріал, який вийшов в американському Forbes. Значить, про що він? Ви абсолютно праві, Ірина, що у Байдена є механізм передати хоч завтра нам большое количество, даже больше, чем нам нужно, не на один год, артиллерийских снарядов, кассетных. В чем суть там? То есть, да, есть механизм, когда президент Соединенных Штатов может передать так называемые излишки вооружения. Так. Нам уже передавали по такой схеме, но она была хитрая. Там что-то передавали третьей стране, как излишки, вертолеты, по-моему, Эфиопии. А нам что-то там Эфиопия другое давала. Зачем вот эта вот мудрая схема, непонятно. Можно напрямую было передать нам новые вертолеты, потому что Эфиопия нам что-то там постарше передавала и так далее. То есть Байден может передать на 500 миллионов вот это излишнее оружие. Но в этой норме не написано, как оценивать оружие. То есть он может поставить 1 цент за снаряд вообще и передать нам миллионы, и вложится там вообще в десятую часть этой суммы. Вообще может ноль поставить оценку. Так. Почему речь идет про миллионы снарядов? И почему они должны вдруг излишком стать? Потому что вот эти снаряды, DIPCM, снаряды двойного назначения, как они называются, с кассетной частью, ну, двойного, потому что они и по бронетехнике, и по мягкой силе, софт, ну, короче, по живой силе работают. Они списаны, 4,6 миллиона снарядов списаны, лежат на складах. Почему списаны? Потому что при их испытаниях выяснилось, ну, при их использовании, точнее, выяснилось, что 14% того, что может откат боеприпаса произойти. Он не в смысле, он не разорвется там, когда прилетит. Так. То есть они их сами не будут использовать, потому что у них совершенно уже их эти снаряды производились там еще фиг знает когда. У них сейчас совершенно другие нормативы, то есть там допускается, по-моему, процент или два, не, чтобы он там не сработал. Вот. А эти с 14% несработки, они 4,6 миллиона лежат. Нам этого вот просто, причем это 150-миллиметровые снаряды, которые мы используем. Вот эта вот публикация Forbes, это как такой холодный душ. Я не исключаю, что причина может быть следующая. Байден ждет сейчас, что там с этой помощью, если понимают, что республиканцы там до какого-то там 5 ноября, да, до выборов полностью блокируют, то тогда он запускает этот механизм. Ага. Но зачем ждать? Я просто частями передаваю там по полмиллиона, миллион. Якраз там есть нюанс еще с доставкой, кто платит за доставку, но с этим мы разобрались бы.
Ну так, вже би тут ми заплатили. І так, і це би теж така допомога і нам була би на руку, і позбавила республіканців на певний період цих затятих трампістів цього мовного шантажу, що буцімто треба дбати про безпеку і фінансову стабільність внутрішню, бо на це ж не треба і гроші витрачати, вони ж вже є, їх потім просто утилізують, чи що. Ну, республіканці завжди чомусь не кажуть, що 90% тієї допомоги, яку нам мають виділити, повернеться до оборонного бюджету Сполучених Штатів, і це дасть місця робочі в оборонно-промисловому комплексі, але це вже на їхній совісті хай залишається. Але тут, звісно, ну, будемо спостерігати, так, як коли Байден і за яких умов зможе піти на цей крок, правильно я розумію? Да, но видите, раз материал вышел в Forbes, он не останется незамеченным. Я напомню, это американский Forbes, и он разлетелся уже довольно резонансно. Сейчас республиканцы, интересный момент, республиканцы этим Forbes'ом Байдена лупят, как гоняются за ним. Но посмотрим, я думаю, что в любом случае этот материал большой позитив для нас. По крайней мере, мы не сильно, как это, разбирающиеся, да и, кстати, большинство американцев тоже в законодательстве, мы не знали, что есть такая процедурная история. Та-та-та. Тому і нас це зацікавило. Дуже дякую, Борисе, що так детально тут пояснили. Водночас Байден розпорядився почати, так би мовити, прямі переговори з Росією щодо у цього моменту її потрушування ядерною зброєю в космосі. Про це заявив радник, представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. США мають ці розвідання, які напередодні оприлюднював голова комітету Конгресу з розвідки Майк Тернер. І от він повідомив, нагадаю, про серйозну загрозу нацбезпеці США. Але я вже різні чула оцінки, що до того, що це може бути, що це взагалі насправді звучить не так, як є, ніхто не буде брати прям ядерку, викидати її в космос, навіть якби таке було, це було б забруднення десь далеко, ну, на загал. Але тим не менше, що ви бачите в ось цій всій історії, яку ми зараз спостерігаємо, і кому Росія збирається погрожувати на орбіті і для чого? Ну, там в Сполучених Штатах є дві версії, що це значить. Перше – це те, що демократи еще раз показали, что Россия полностью неадекватная. Давайте ускоряйте передачу оружия Украине. Посмотрите, она там уже в космосе собирается ядерку применять. Вот, закрытые слушания назначили. Это первая версия. Вторая версия, что действительно Россия там что-то планирует, что-то хочет испытать, как всегда. Но мы же знаем, что многие испытания у России заканчиваются не очень хорошо. Поэтому все обеспокоились, пока что это за оружие, как ядерное оружие в космосе против спутников будет работать и так далее, никто не знает. Может, это просто интерпретировали слова этой, как ее, Симоньян? Да, она же говорила, что давайте где-то на Сибирью жмыхнем и все, погасим весь интернет, и как бы и себе, и им. Но нам не привыкать в темных часах, это я от ее лица говорю сейчас, в темных временах проживать. А вот эта Европа, она напряжется. Ну, то есть вот пока деталей нет. Ходят слухи, пишут статьи про доставку какого-то секретных контейнеров, там еще чего-то. Я не исключаю, что России это тоже выгодно, нагнетать ядерную истерию, да. Что, мол, мы сейчас еще в космосе тут все погасим и вам всем, значит, устроим. Ну, то есть тут бенефициаров вот этого инфоповода достаточное количество, как ни странно, даже враги, там, Соединенные Штаты, Россия от этого, плюс, как ни странно, и мы, как страна, которая с Россией воюет, мы тоже бенефициары, потому что, с одной стороны, это показывает неадекватность россиян, с которыми нужно побыстрее разобраться. Ну, в общем, ждем каких-то утечек, как всегда их в предвыборный год США становится на порядок больше, причем ждем и обсудим обязательно уже по фактажу. Да-да, однозначно, ми завжди всі теми з Борисом Динаміці обговорюємо, тому, друзі, стежте і ви з нами за цим розвитком. Ну, і, до речі, підписуйтесь на YouTube Бориса Тізенгаузена, там він ще й детальніше і більш розгорнуто аналізує для вас ті теми, які ми порушуємо динамічно і більш стистому варіанті в наших рубриках в описі під нашою розмовою. Дуже легко знайти великими синіми літерами після значку собачка Тізенгаузен. Переходьте, будь ласка, підписуйтесь, нам буде дуже приємно. Та ба більше, в неділю, яка вже просто таки післязавтра, ви можете поставити свої питання під час стріму
Бориса напряму, без такого елементу, як я. Значить, є такий злений телеграм-канал «Кремлівська табакерка», але час від часу там з'являються такі цікаві інформативні приводи, які не завжди, звісно, підтверджуються, але тим не менше. Поки Байден буде думати над матеріалом Forbes, а республіканці ганятися з цією публікацією за ним, ні про що не думають диктаторські режими. Їм не треба. В них немає ніякого законодавства насправді, в них немає ніяких процедур бюрократичних, в них немає міркувань, душевних терзань. Вони беруть і дають один одному. Технології, бабки, зброю. І, значить, ми знаємо, що Росія використовує вже фактично, ну, точно мільйон боєприпасів від КНДР, так, які от ми чекаємо, вони беруть в КНДР. Не цураються у пухляша Кім Чен Іна, брати Путін, і може вже не тільки боєприпаси, прости мене, Господи, він уже все візьме, що дадуть. Значить, пишеться кремлівська табакерка, що на борту великого десантного корабля, який більше ніколи нікуди не попливе, це Зарконіков, були північнокорейські снаряди, ракети і військові. Ось так. Ну, може, звісно, цього і не було, але тим не менше самих військових снарядів цілком там могли бути, тому що детонація була, і говорили, що танки або боєприпаси могли б бути на борту цього корабля. Їхня втрата, пише табакерка, поховала командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, якщо він, звісно, живий з вересня минулого року, бо підтверджень цьому ми не бачили. А вересні минулого року, нагадаю, 23-го прилетіла по штабу Чорноморського флоту. Ой, Борисе, що ми тут можемо розуміти, чи могли б бути дійсно північно-корейські снаряди, а може людішки на борту Цезаря Конікова. Що вам відомо про долю Вітки Соколова? Його відставили, його, може, скоро покажуть, що він давно вже на світі, не на нашому? Тут хотілося б узнати, що ще з Герасимовим? Де він взагалі? Хтось його бачив в останнє час? Ми це питання вже стоїмо з багатьма. І відповіді на нього немає. Немає вже півтора місяці. Вже стільки новорічний запой не може тривати. Ну, росіян може, там же Путін недавно сказав, що дрожащими руками росіянин може випити, якщо треба. Як говориться, скрепи, базові скрепи проговорив. Вот. А що касається от цього Соколова, то це ж просто, ну, ідеальна історія. Корабель сняли, сняли этого главкома, да? Потом ще один корабль буде обов'язково. То есть за последние 7 месяцев пятый большой десантный корабль. Представляете? Хорошо, плывем. Да, идем неплохо. Насчет снарядов я не буду. Там, у нас ГУР нам подскажет, потому что что было на Новочеркасске, они довольно быстро определили, что там для реактивных систем залпового огня даже количество назвали. Северокорейские или какие-то иранские тоже узнаем потом, но экипаж, как говорится, в большей степени, я думаю, отправился на дно. И вообще, я так понимаю, что в этом сезоне бычок у побережья будет сильно жирный такой, хороший. Вот. Но для россиян это, конечно же, печаль, беда. Они сейчас у себя там в телеграм-каналах пишут, что в принципе флот их не может работать как флот. Он был предназначен для другого. Ну, они не пишут как бы прямо, что для парадов, но на самом деле он был предназначен для, ну, хотя бы ведения войны с противником, которого они видят на радарах или где-то еще там разворачиваются учения какие-то, или попугать в нейтральных водах каких-то рыбаков или еще кого-то. Вот для чего они там были. А с такими целями, маленькими надводными беспилотниками и быстрыми точными ракетами или воздушными беспилотниками, они не могут работать. Они не могут им противостоять, ничего. Поэтому зачем этот флот, его нужно, если они еще хотят как-то, знаете, сохранить лицо, как когда-то Макрон Путину собирался, им нужно его просто выводить, прятать куда-то подальше. Бачам чиру. Назва така хороша, що якраз звучить. Правда, не впевнена, що їм там буде безпечно, що їм то хтось дозволить це зробити повномасштабно. Але, ну да, ну так, ідуть, на дно йдуть Бориси в усіх сенсах. 2-3 хвилини у нас залишається, а Путін думає, що він пливе просто як ото в Титаніку і на хвилях довіри свого плебсу. Уровень довіри росіян Путіну вираз, і навіть не сперечайтеся. Якщо комусь здалося, що це не так, то треба скрепи до Гундяєва. І составляє 79,4%.
этом свидетельствует опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения. Вони думають, що там є общественне мнение, його хтось исследує, і навіть центр цілий створили. Але ось, бачите, свіженькі цифри, з 4 по 11 лютого питали. Причому питали, напевно, питками, щоб вибити оці 79,4%. Вибили, мабуть, 0,4, а 79 домалювали. Це так, оце дійсно готують таку подушечку до перевиборів його? Да, уровень вырос, а Путин с Медведевым нет, да, как говорится. Но они там нарисуют. Я думаю, что они сейчас вот эти 79 нарисовали, но по факту доберут 80. И скажут, ничего себе, смотрите, вот в 80-ку перешагнули. А за кого там Надеждина этого сняли? Они даже Надеждина испугались, дебатов испугались. Но это же вообще... Путин не будет участвовать в дебатах, потому что он и так все вам сказал. Ну, то есть забыли добавить, что ваше мнение никто в принципе не спрашивает. И про дебаты кто-то, если заикнется, еще будет сидеть долго. Ну, в общем, все как всегда в России. Но я, честно говоря, очень удивлен, что они окончательно, напомню, они окончательно Надеждина не пустили. А Надеждин, знаете, что я сказал? Ну, жизнь не заканчивается. Я думаю, вот ничего себе, какая стальная, железная оппозиция в России. Жизнь не заканчивается, пойду там в Макдональдс перекушу немножко и дальше пойду оппозиционером работать. Ну, в общем, все как всегда. Но в России все хуже и хуже становится, действительно. Если раньше там еще какие-то иллюзия была, там на площадь им разрешали выходить. А, кстати, да, я ж, вы обратили внимание, да, Ирина? Да. Миллионы россиян вышли на улицы. Мы просто не видим их, но они там есть. Да, вони є, як ховрашки. Да, может быть, конечно, будут какие-то одиночные акции. Мне всегда очень, ну, правда, мне импонирует, когда какие-то вот молодые люди, не боясь этих там кучи этих полицейских, которые их вот так двойным кольцом выходят, такой стоит какой-то паренек в очочках или девочка худенькая стоит с этим, видно, что она, ну, как бы искренне это делает. Но где все остальные, непонятно. Боятся, конечно, запугали, разбежались. Ну, в общем, нам нужно с учетом этих реалий и строить отсутствие отношений, хотел сказать, отношения, отсутствие и прекращение отношений с этим соседом. Повних. На одного такого з плакатиком щедушного 10 автозаків одразу приїздить. Таких теж бояться. І пакують отак просто пачками. І Борисе, який Макдональдс? Вкусна і точка. Все, на що може розраховувати. А, точно, Боже, я забыл, що і земні радості недоступні там. Ні-ні-ні. До речі, а сьогодні п'ятниця, друзі. Задонати на Збройні Сили України, будь ласка. Завжди знаєте, що в нас є фонд 24-го на сайті 24-го. І дозвольте собі Макдональдс. Інколи я дозволяю, це для душі, а з фігурою попрацюємо, а з Росією ні.